Больше 100 деревьев упало в Самаре минувшей ночью от сильного ветра. Его скорость достигала 27 метров в секунду. Упавшие стволы повредили 19 машин. Все они были припаркованы у обочины и во дворах. К счастью, никто не пострадал. Также от ветра сорвало кровлю на нескольких зданиях, выбило москитные сетки на окнах, повалило временное ограждение. Ликвидация последствий урагана шла всю ночь и продолжится в течение дня. В Самаре работают 14 бригад. Сейчас они восстанавливают нарушенное электроснабжение, убирают с улиц упавшие деревья. Сформирована специальная комиссия для оперативного решения проблем из-за урагана. В состав войдут представители муниципалитета и МЧС. Эксперты также оценят ущерб, нанесенный стихией. Сегодня в максимальной степени эту работу проверить, в полном объеме проверить все адреса, и мне оперативно представить информацию по поводу ликвидации, сколько убрано, сколько не убрано и в какие сроки это будет убрано. Это касается всех замы, слышите, и работы управляющих компаний.